Так, всем доброго дня и доброй ночи, уважаемые зрители и подписчики. Сегодня мы на рыбалке. В очередной раз проверяем камеру новую. Вот так вот она у нас выглядит. Это камера Markham Quest HD. Записывающее устройство. Так все подключается. Подключается к пауэрбэнку. Нажимаем кнопку «Записывается». Вот. Значит, что у нас еще нового? Рыба не клюет. Как-то так. Поэтому будем рассказывать. Теплообменник. Теплообменник Сибтермо. Печка инфракрасная пенинского производства 2,3 кВт. Необычная, подходит идеально. Ножки, правда, не встают. Все ножки и подставки Сибтермо отваливаются вот таким вот образом. Вот что хотел бы я рассказать про эту, значит, про этот теплообменник. Теплообменник — вещь хорошая, но КПД, конечно же, не прям чтобы супер. Видно, что вентилятор мощности не хватает. Можно было бы и вентилятор помощнее поставить. Но тут уже второй нюанс — аккумуляторы. Так, аккумулятор у нас утепленный. Находится вот здесь. 17. Сейчас покажу. Аккумулятор у нас вот в таком коробе самодельный. Из пенополиэстерова. Чтобы при транспортировке, при когда будет холодно, он не разряжался. То есть такой пенопласт не пропускает тепло. У нас дольше сохраняются его свойства. То есть заряд держит дольше. Подключаем. Значит, здесь у нас два кулера. Шумят. Труба. Здесь антиконденсатная труба. Значит, сколько труб нужно для палатки? Пингвин, значит, пингвин шелтер всесезонная, двухслойная. Сверху установлено маленькое колено. Значит, здесь установлено с утеплителем термостойка. Даже можно видеть, контактировать с пленкой. Вот открыто, никакого нагрева сильного нет. Держу рукой. Вот одно колено большое идет, одно колено угловое длинное, одно маленькое и одно с утеплением. Так, у нас вот тут что? Вот у нас что тут? Тут у нас окунь, который не пускает рыбу. Не знаю, что с ним делать. Если у кого-нибудь есть совет, он не клюет. Какой-то он больной. И рыбу он сюда не пускает. Напишите в комментариях, что делать с окунем, когда он встает на точку, и как бороться с ним. Вот. Ну и продолжаем. Продолжаем про теплообменник. Подставка у нас здесь. Еще раз скажу, что ножки все отваливаются, нужно прикручивать. Подставка, конечно, хорошая. Полы так вот накиданы. Утеплитель. В принципе, мне достаточно. Вот. Карповая раскладушка. Она умещается в такую палатку пингвин. Шелтер всесезонная. Но не очень. То есть упирается она. Также у нас здесь есть еще из интересного полка. Прикрепляется очень удобно. Всем понравилась она. Выглядит таким образом. Вот он опять. Опять у нас позирует на камеру. Я даже не знаю, что с ним делать. Он не хочет клевать. Как его поймать? Как его поймать? Сейчас беру. Пытаюсь всячески. Не реагирует он.
бесполезно. А, хотел схватить. Разворачивался, хотел схватить. Может быть, сейчас я его поймаю. В повадке тепло. Если все закрываем, комфортно можно сидеть в термобелье.